Магазины, парикмахерские, кафе. Мораторий будет действовать на плановые проверки малого и среднего предпринимательства. Главная задача – позволить бизнесу развиваться, считают депутаты городского собрания Сочи. Речь идет об ограничении целого ряда проверок со стороны пожарной и трудовой инспекции, Роспотреб, Росприроднадзора и прочих структур. Нашим решением, которое мы сейчас приняли, мы привели наше муниципальное законодательство в соответствие с федеральным в части проведения плановых проверок объектов малого и среднего бизнеса. Это еще дается один вот такой шаг, хороший шаг для того, чтобы у нас этот сегмент малого и среднего бизнеса, а у нас он довольно-таки большой, тот, который приносит в бюджет муниципальные средства, о том он оказывает хорошие качественные услуги нашим отдыхающим. Люди будут спокойно, нормально работать, развивать свой бизнес. Программа по поддержке малого и среднего бизнеса, она продолжает работать у нас в городе. Надзорные каникулы – это шаг навстречу предпринимателям. Но при выявлении нарушений в процессе внепланового контроля предприниматель будет наказан по всей строгости. Если же контролеры придут не по графику, это будет считаться грубым нарушением законодательства. Результаты такой проверки аннулируют. Но стоит учесть, что по-прежнему будут проводиться проверки предприятий, которым необходима лицензия для работы. Также в рамках сессии депутатами городского собрания Сочи была согласована передача муниципальных помещений Центру диагностики и консультирования. Он занимается психолого-педагогической работой с детьми. Также откорректирован перечень наказов избирателей.